Пока житель Сормова отвозил свою жену в роддом, дверь в его квартиру взломали неизвестные и пытаются занять его жилплощадь. Начал подниматься, стоят двое непонятных людей, взламывают дверь в квартиру. Я спрашиваю, кто вы, они молчат. Я одного оттолкнул от двери, завязалась потасовка. Они квартиру-то взломали? Взламывают. Пойдемте поднимемся, посмотрим. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».